Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Westerland Punk. Свет в конце плато. Едьте на юго-восток и найдите там священника Неона. Тогда нам нужно делать вылазку, судя по всему. Если нам нужно найти священника Неона. Так, врачеватель, химик, егерь, воин, пустоши. Так, горючка по полной, отправляемся. Великая равнина. Значит, Неона, да? Священника нам нужно найти. Где он может находиться? Вот здесь, скорее всего. Да, скорее всего, именно там. Так что отправляемся, но потихоньку. Ёпрасоте. Тут куда ни плюнь, везде враги. Куда ни плюнь. Ладно, сейчас будем разбираться с этими охламонами. Так. А, они у меня на автобой стоят, да? Неплохо. Да ё-моё. Так, ускорение поставили. Они понижают нам защиту. А мы силу обратно установили. На, минус один. Мародер, это главный, что ли, у них тут? Меткость плюс атаку. Крит атаку поставили, да? Медик, естественно, хиляет. Ну и правильно делает. Травани его. Так, 24. На-ка. Ну, охламоны, одним словом, ребята, они были. Поэтому победа за нами. Ух ты, слабый компрессор. Собрать все. Так, едем сюда. Потихоньку надо... Ой-ой-ой, я не хочу здесь, ребята, стычек. Да как так? Блин, хотел объехать. Но нам тоже слишком... Ого! Грунт, стрелок орды. Блин, мне нравится, кто у них массовый. Вот этот массовый, да, стрелок у нас. Блин, у этого, конечно, мало здоровья. У нас вот у девчули 340 хп. Это вообще шикарно. На. Опа, это что такое? Это что-то новое, ребята. Ярость какая-то. Только что была активирована. Они достали уже моего спайка бомбить. Его надо усиливать, потому что это наш танк, ребята. Он всегда стоит на первом месте. Конечно, медик его пытается захилять, но... Вот. Промахнулись. Да чтоб тебе. Не, врачеватель нормально старается, все пучком. Видишь, у нас щит стоит. Это мы, потому что провокаторы, можно так сказать. Славная была победа. Вот она, девчуля, поработала на славу. Молодец, она красавица. Будильник и дырявый ствол мы с тобой нашли. Блин, а тут никак не объехать ведь, да, получается? Если сюда или сюда, блин, придется тогда драться. Твою налево, я еще, по-моему, взял местность-то такую, там среди гор. Опять их четверо. А у них здоровье-то, блин, ты посмотри, в разы больше, чем у меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Естественно, медик сам себе захиливает. У него другого варианта нету. Так, давай-ка я за эту девчулю сам поиграю. Так. Да вы заколебали. Давай, массовый. Это не массовый был, не шиша, ребята. Это был, по-моему, сейчас мы с тобой доиграемся. Хиляет. Вот у нас два медика, как бы, да, получается? Угу. Так, ну что, теперь, наверное, будем бомбить. Ес, крита. Слушай, ну мы держимся молодцом. Смотри. Промах. Захиляли его отлично. Давай вот так вот. Хотя можно было бы и снайперским бомбануть, если честно. Хе-хе. Отлично. Так, ветхая ткань и модифицированное физическое сопротивление какое-то. Так, а куда нам ехать? Если я, например, прокачусь сюда. Это, блин, что такое? Это что такое, ребята? Ёк-макарёк, вот это мы встряли, ребята. А я сбежать смогу? Вообще, тут можно сбежать с поля боя? Похоже, что нет. Да нас тут раскромсают. Ребята, это однозначно. Тут даже медик нам не поможет. Тут нужна модификация офигенная. Трындец.
Без вариантов, по ходу дела. Ё-моё. Жаль, очень жаль. Минус один, ребята. Минус два. А как ты там, блин, увидишь? Там никак, ребят, не увидеть, кто тебя поджидает. Офигею, блин, мы еще и промахиваемся. Вот и все. У нас только один воин, более-менее, который может противостоять им. Это девчуля, знаешь почему? Потому что на ней одеты артефакты. Нормальные артефакты. Ё-моё, вот это да, ребята. Вот это мы с тобой слазили, блин. Ж надо было так. Надо было мне все-таки с той стороны, с правой, да, стороны гор объезжать. Так, что тут у нас за новости? Гуманитарная помощь. Поселение на востоке пострадало от урагана. Нужно передать им гуманитарную помощь. Так. Втроем. Поиски лошади. У пастуха сбежала лошадь. Нужно помочь ему с поисками, пока она не стала вкусной колбаской. Ого. Так, вот это я, наверное, возьму, ребята. В плане один только доступен. Нет. Давай-ка мы тут у нас в госпитале вылечить всех абсолютно, ребят. Наша команда должна быть в целости и сохранности. Так, где у нас улучшение идет? В мастерской. Что нам сделать? Но на броню хватит? Нет, нам не хватит. У нас не хватает запчастей, деталей. А на аксессуары? Бронепластину можно хотя бы сделать? Фиг там. Вообще ни на что не хватает, ребят. А на складе что-нибудь? Мод Хлои. Ну это понятно, это все, что у нас есть, кроме запчастей, да? Тогда придется нам с тобой брать задание. А в баре? Видишь, вот почему девчуля у нас крепкая. У нее, смотри, сколько модулей стоит всяких. Не модулей, а артефактов. Поэтому она, ее можно улучшить за 500 опыта. У нас опыта-то маловато. Хи-хи. Значит, все-таки надо задание брать. Объявление. Давай-ка я вот это, наверное. А, тут один он должен, да? Тогда пойдем гуманитарку брать. Требуемые специализации. Ставим. 245 у него здоровья берем. Разведчика, может быть, взять. На пробу, ребят. Просто на пробу. Мы просто разведчиком не играли, поэтому как бы это список заказов, выполняемых в данный момент. Так я понял. Что ты мне втираешь-то? Я не понял, мы взяли задание или нет? По-моему, взяли. Так можно и тут сразу же взять, да? Одна против всех. Ну да, одна против всех. Ладно, мы с тобой пошли. Так, в машине, свободен. А, так я тех отправил на задание. Ёпарасоте, они... В машине. Этот наемник уже в машине. А, ну да. Так, значит, нам нужно с тобой делать найм. Нанять мы кого тут сможем? Этого? Врачевателя, что ли? Блин, да у меня химиков этих... Блин, хоть одним местом живи. Ну-ка, давай-ка бараки рабочие увеличить. Так, это топливо, металлолом. Металлолом увеличить. Давай. И вот это вот нам надо. А где вот это все копится? Я не могу понять. Если я могу это взять, расширить бараки. Электроника. Ее как бы тоже надо увеличить. Нериум какой-то. Цикл производства. Вот он идет. Сейчас посмотрим, сколько вот здесь, ребят, будет. Или здесь. 630. Это металлолом же мы добываем, да, получается? Сейчас посмотрим еще разок. Да, идет металлолом. А почему я не могу, ребят, вот это вот все
Понял. Склад заполнен горючим. Так, осталось 4 часа. Теперь я врубился. Здесь раз заполнено все, давай вот сюда. А я не могу. Тогда давай вот сюда влепим. Троих. 1000 мы получим через 1,5 часа. Через 1,5 часа. Горючки у нас 500. Ну все, ребята, поехали. Блин, поехали. Надо нанять. Улучшить. Нанять. Ну вот так вот пока. А, вот, наем у нас идет. Сила, сила. Так, это Мэтью, воин пустоши, воин пустоши. Купить. До этого тоже, наверное, надо купить. Все, теперь на вылазку. Набрал себе команду непонятно кого, блин, да? Отправляемся. Все ваши машины... Ты серьезно, блин? Я все тачки... Все тачки выпустил. Ай, дурик. Так, свет в конце плато. Награда. И что мне теперь делать? Машину покупать? Это где? В гараже у нас, по-моему, где? На складе? Где тачку мы приобретали с тобой, ты помнишь? И вот я не помню. Ну не в баре это явно. А в госпитале пусто. А, в мастерской что ли? Ну-ка. Нет. А где же тогда? Жители. ПМ. Кланы в разработке. Слушай, я не помню, где мы с тобой собирали машины. В гараж, вот где. Купить. Грозовой измельчитель. Да пускай так он называется. Все. Есть у нас тачка. Поэтому отправиться. Великая равнина. Это новоиспеченные ребята, бойцы. Как они тут будут себя вести, я фиг его знает. Угу. Здравствуйте, приплыли, да? Приплыли. Хлыщ. Ну, давай посмотрим. Блин, у нас здоровье, ты посмотри сколько. 90, 130 и 200. Ну и куда это годится? Но Фарадея-то, может быть, мы с тобой и успеем бомбануть. Вот эти вот шокеры, они самые противные. Особенно, помнишь, та девчуля, которая с двумя такими дубинками электрическими. Как она мне там бомбанула, не кисло. Весь мой отряд уничтожила. Но там, правда, элитники какие-то были. Так, собрать все. Электробритва. Давай потихонечку будем с тобой ехать. Видишь, вот это вот, вот такой знак. Вот это знак, это фигня. Вот это уже серьезный. А когда там вообще орущая пасть. Это уже типа, ну, элитка. Ведь все равно же, вот саданули ребята их. Видишь, стоит только вообще мимо-мимо пройти их, и все, они тебе сразу... Вот они, блин. Ой, ребята... Будет нам бобо. Это что такое? Это ты сейчас типа... Они еще и ле... Ты видел, что они делают? Они себя лечат, ну как бы механическим способом. Если мы их здесь победим, это будет, ребята, чудо просто какое-то. А я в этом почему-то сомневаюсь. Медик... Медик все правильно делает, лечит, но... Столько урона мы получаем, я не знаю, ребят. У нас два медика, да? Это Моника и Катерина. А это не поможет моему. Вышибали, не поможет никак. Они все время его бомбят, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, допрыгался мой вышибал, ребят. Ну хотя бы одного давай завалим. Сестра токнутых, это чокнутых бы я назвал, не токнутых. Есть, хотя бы так, ребят, уже пободрее. Так они взялись за медиков.
Так. Опа. Как она наносит двойной урон? Объясни мне, пожалуйста. Промах. Она промахиваться не собирается. Она бомбит пуще прежнего, ребята. Трындец, массовая атака. Да вы заколебали, ну серьезно. Сейчас. Как они делают по две атаки сразу? Объясни мне. Промахнулся, слава богу. Так. Ну, мы же траванули ее, или что там с ней? Да, это у нас новобранцы, поэтому, ребята, они очень-очень слабенькие. Ну, ты сами видишь, да? Мы с тобой работаем только на отхил. Просто только на отхил. У нас других вариантов нету. Может быть, мне взять Катерину под свое управление? Давай-ка я попробую, наверное, ее с этого звездярить сам. Поехали, отравление. Промах. Промах, ребята. Опять массовая атака. Лечимся. Однозначно надо лечиться. Еще лечимся. На, 49 получил в бубен. Даже если мы с тобой сейчас, предположим, дойдем до священника Неона, как мы там будем драться, я не знаю, ребят. Вот оно, отравление. А почему они отравлением не пользуются? Хорошая вещь, кстати. Согласись. Ну-ка еще. Вот. Два отравления на нем висит и... делов-то. Так и надо было делать. Собрать все. Единственный меня вопрос сейчас интересует. Так, если сюда поеду. Ага. Нетушки. Я вот здесь пойду. Погоди-ка, а у нас сейчас... У нас в отряде с тобой все живы или все-таки один подбитый получается? Блин. Как мне посмотреть на мой отряд? Да никак, блин, только проверять вот таким образом. У нас же с тобой подбили стража. Точно, ребята, блин, и стража нету. Ёпарасоте. Ну, нас тут разберут, скорее всего. Ну, мы хиляемся, как-то пытаемся, ребят, здесь выжить. Что она делает? По 18 к урону. Бедный мой медик. Врачеватель несчастный. Мы в меньшинстве. Да. Травим. Есть, хотя бы минус одна. О, все. Аля-улю, приехали, называется. Вот эта мерзость меня бесит просто, ребята. Просто бесит. Ну все, нас тут сейчас забомбят, ребят. Это вторая вылазка у меня к чертовой бабушке на смарку пошла, а? Нет, тут нужен основной мой отряд. Это бред. То, что мы сюда прибыли, это хорошо, что мы вообще сюда доехали, блин. Так, новинка. Новинка, залечиваем. Новинка, блин. А как мне узнать, когда мои ребята приедут с этой, на миссии? Сколько? 7 часов? Ты сейчас не прикалываешься? 7 часов они будут на задании? Улучшить бар у меня не получится. Великолепно сыграли. Самодельная винтовка. А не хватает у нас ничего. Только вот даже тут не хватает. А почему же тогда показывают новинки? Обычным... О, можно сделать обычный модуль Хлои. И что оно дает нам? Мод непредсказуемо модифицирует снаряжение. Улучшить Ори получится. Ох ты. Химический пистолет. Прикинь. Где он? Я не вижу никакого химического пистолета. Хм. В госпитале пусто.
У нас, видишь, вон то здание стоит. Оно тоже должно быть отремонтировано. Но когда это получится, я не знаю. Бутылка топлива. Разобрать все. Бутылка сгорит. Это можно разбирать. Старое колесо. Если мы его разбираем, получаем... Ага, металлолом. Ой, зачем я разобрать все нажал? 240 электроники. Ага, а вот это не разбирается. Значит, это нужно нам, получается. 15 топлива. Все, я теперь понял, ребята. Есть вещи, которые можно разбирать, даже нужно. А есть, которые, наоборот, нам нужны. Так что 50 топлива. Разобрать все, я же сказал. А, склад бараков заполнен. Тогда нафига ты мне разбираешь? Ржавая пластина. И теперь в мастерской я могу? Блин, шестеренок этих не хватает. Не хватает нам шестеренок с тобой. Они хоть у нас делаются вообще? Но вот почему я не могу, например, забрать столько, сколько пока они уже произвели? Расширить бараки. Металлолом не хватает, у нас 735. Единственное, что я могу предложить, друзья мои, это покататься по ближайшей территории и хотя бы набраться опыта. Тут еще, видишь, не обнаруженные локации, фиг знает их сколько. Это мы только с тобой на первой катаемся, тут наслаждаемся жизнью, блин. Понимаешь? Первая, самая несчастная дешманская локация. Пойдем с тобой откроем новые территории. Открою сейчас себе новые территории. Вляпались, да? Давай травить. Да, ребята, а что, пока наше на задание. Мы будем с тобой сейчас набирать ресурсы. Они все равно понадобятся, ну, как ни крути, в дальнейшем. Травим. Ох, как я обожаю, как она вот так делает. Естественно, нужно прокачивать уровень. И желательно танку. Несмотря на то, что он такой вот самый слабый, да? Именно ему нужно, потому что всегда танкуют именно по нему. Ух ты. Что это у него? А, минус 19 хп вход. Фу, вот оно что отравление делает. Замечательно, выиграли. Так, ткань, она не разбирается. Давай-ка я вот здесь вот прокачусь. Просто, ребят, посмотрим. Совсем забыл. Хотел сказать, сейчас посмотрим территорию с тобой. Посмотрели. Ну давай сразу травим. Одного только, да, траванули. Ну, медик молодец, медик хилит. Потом, мне кажется, он будет хилять уже массово. Вот мне почему-то кажется, как вот химик наш делает. Этот, естественно, берет провокацию, танк. А мы с тобой ядику кинем туда. Вот. Минус 19 хп, заход. Это очень, кстати, видишь, сразу 9 осталось. Молодец. Воу, порвали. Так, ну мы с тобой... Опа. Дрявый ствол и электробритва. Будем с тобой открывать территорию. Будем праздновать жизнь. Как кричал Брунов, да? Ну что это за хлыщ? Что это за хлыщ, я тебя спрашиваю? На! Отравление сразу получил. С одним-то мы справимся здесь. В легкую, я думаю. Надо было тебе ударить по нему все-таки. На, еще травальник. Так, это 19-19, 38 хп в минус сразу же мы ему заряжаем. Так, и добивка. Ну это хорошо, ребят. Опыт растет, все отлично. Мы с тобой пока пооткрываем здесь территорию. И не забывай про горючку, кстати. Горючка-то нам, как бы, тоже нужно за ней следить. Если мы с тобой... Не успеем вернуться вовремя домой. Будет нам тут с тобой прекрасная жизнь. Траванул. Одного, правда, только. Медик сразу реагирует на хил. И химик сразу на хил. Зачем? Давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Травим.
Угу. Так, медик лечит раны. А мы опять травим. Так, что тут у нас? На-ка, выкуси. Нам, конечно, бы надо бы в отряд взять еще одну стрелка, потому что, ну, два химика — это как-то перебор, мне кажется, ребят. Согласись. Хотя, фиг ее знает, почему перебор. Так-то, по идее, нормально все. О, все, ты труп, парень. Замечательно. Так, собираем. А здесь у нас ничего нету, да? Это просто так. Ой, вот ниже лучше, ребята, уже не спускаться. Это сам видишь. Нам нужно возвращаться с тобой, желательно быстрее, до дома, потому что... Ну, потому что у нас уже горючка на исходе. Так, сколько там? 21 горючка. А до базы-то нам... Оу. А до базы-то нам не хватит. Похоже, у тебя закончился бензин. Теперь у тебя есть три варианта. Если у тебя есть подходящие предметы, ты можешь переработать их в топливо. Если у тебя есть нереумная ячейка, ты сможешь эвакуировать машину в город на вертолете. Если это не для тебя, отряд может вернуться в город пешком. Это займет некоторое время, но вся полученная добыча придет в сохранности. Перегонка. А у меня нет перегонки, ребят. Эвакуируется за рекламу, давай тогда уж. Так, интересно, сработал этот фокус или нет? Сейчас посмотрим. Нет, это хорошо, что мы за рекламу хотя бы. Да, ребята, случилось чудо. Нам повезло. Блин, хотя горючки у нас полным-полно. Ну как полным-полно? Было 500, стало 350. Видимо, мы с тобой загрузились. Так, у нас что-то на аванпосте новое. Так, объявление. Поиск потерявшихся детей. Патрулирование. Хм. Поиск потерявшихся детей плюс уничтожение пещер. Мне бы дождаться, когда мои основные придут силы. Так, давай посмотрим, что у нас по наем. Ох ты, подрывник, ребята. Такого у меня нету, нанимаем. Купить. Подрывника не было. И пошли химики. Обновить список за 100 монет. Егерь, воин, пустошь и разведчик. Это все у нас есть. Может быть, взять еще одного... Или лучше разведчика взять. Давай разведчика наймем. Пока хорош. Пока хорош. Так, в бараке рабочий. Цикл производства. Ускорить. А ускорить что? Все или что-то конкретное? Через 13 минут у нас будет очень много металлолома. 2000. Увеличить. Это вместимость, да? До 1000. Расширить, во, расширить браки. Так, у нас один свободный рабочий. Почему вот здесь, я не могу понять. Производство остановлено, почему оно установлено-то? Я его не закрывал, ребят. Почему? Хоть убей, не пойму. Через 47 минут. А, ну тут предел 4, ну-ка. Не хватает, да? И вот здесь тоже не идет добыча. Каким-то, блин, непонятным мне образом. Но в госпитале, по-моему, все тихо, да ведь? Да, тихо. В мастерской, ну тут понятно, что тут все тихо. 1200 можно было бы улучшить, конечно, склад. Ну что, опять на вылазку пойдем, что ли, с тобой? Отправиться? Мы все с тобой первую локацию никак не можем забомбить. Вот тут, вот этих вот, кстати, рядышком, которые находятся, их надо бомбить. Они, правда, бесконечные, насколько я могу понимать. Блин. И вот надо было вот на эту дуру наткнуться сразу же, а. Какой-то действительно робот, блин. Эти-то сосунки, а вот это вот, да. Нате вам. Так, минус один сейчас будет.
И еще разок. О, все. Им кранты, этому кранты. Ну, этого, я думаю, добьют. Да. 11 монет всего лишь нам дали. Мне нравится музыка здесь. Прикольная. Так, тьфу ты, детский сад. На. Ой, все по привычке нажимаю, ребят. Давай, еще разок. Ать, хорошечно. Да им кранты. А, еще даже траванем. Ну, давай. Ну, этому точно 100% крышка. Добьет кто его, нет? Слушай, погоди, а где же мы с тобой прокачиваем наших бойцов-то? А я могу сюда просто вот заехать, вот? Нет, не могу, наверное, да? Тогда давай вот этого, наверное, еще шваркнем. И вон того, наверное, да? Дают, конечно, здесь маловато нам опыта, но потому что противники легкие. Но и мы тоже, извини меня, не прокачаны ни шиша. И вот я сейчас действительно задался таким вопросом. А где мы с тобой прокачиваем наших бойцов? Я все время забываю, ребята. Тут, в принципе, 5 каких-то убежищ, да? Искать-то, в принципе, без проблемы. Но. Так, минус этот, минус... Нет, этот еще поживет, гаденыш. Там 39. А, нет, ему крышка. Этому крышка, естественно. Этот еще гаденыш поживет. Мне кажется, что лучше отравление. Хотя вот это тоже неплохая штука. Кислота. Просто кислотой в лицо. На, получи, гаденыш. Так, горючка еще пока позволяет нам здесь покататься по этим пустошам. Ну-ка, давай проверим так вот. Надо им всем абсолютно, ребята, прокачивать меткость. Они вообще по меткости, ну, просто салабоны. Но зато врезает на 45, если попадет. Ну-ка, давай еще. Отлично, 43. Да, такой интерактивный квест, ребят, на самом-то деле, игра. Мне нравится. Кому-то из подписчиков тоже понравилось. Говорит, игра улетная. Мне тоже понравилось, и сюжетчик есть. Знаешь, что напоминает мне? Типа Безумный Макс, только компьютерный. Так, забираем все. Тоже так же, да? Постапокалипсис, катаемся на машине. Правда, он там один катался, а мы здесь с тобой с отрядом. Так, я все-таки хочу, ребята, да, я хочу перейти в топ-стоун и хочу глянуть, где у нас прокачиваются наши наемники. По-моему, там же, где и нанимаешь их, да? Нанимаем мы их в баре. 7 часов, блин, будет мой основной состав на миссии, ты представляешь? Улучшить бар. Не хватает. Значит, не в баре, значит, все-таки это в мастерской. Нет, ну, в мастерской тут только лишь вот это, ребята. Броники, фигоники и все там подобное. В склад, что ли? Так, кстати, мы можем с тобой разобрать. Ткань нельзя, вот дрявый ствол тоже нельзя. Плохая кожа нельзя, пластину нельзя. Это нельзя, а бритву? Бритву можно разобрать все. 30 электроники мы с тобой получили. Тут еще, видишь, магазин, шоп тоже наверняка должен быть открыт у нас. Наверное, вот здесь вот. Нет, не здесь. А где же, блин, тогда? Местные дети прятались от грозы в пещере и заблудились. Формируется отряд поисков для их спасения. Поисковиков. Дело семейное, тут еще заданий целая куча. Тысяч улучшить бараки, офигеть, 5000 металлолома. Друзья мои, вот хоть убейте, я не могу вспомнить. Где улучшаются у нас бойцы? Может быть, на вылазку надо нажимать? Нет. В гараж? В гараже только машины. Но на складе мы уже смотрели, тут ничего нету. В мастерской опять же ничего нету. Я что-то где-то не досматриваю по ходу дела. В баре. Так, а можно? Не хватает каких-то нам пробирок.
Улучшить бар. Ну, в госпитале нет ничего. Ну, это трэш какой-то, ребята. Я потерял, где прокачивать наших персонажей. Бараки рабочих. Вылазка. И все, и больше ничего нету. Прикинь. Это надо так было вляпаться. Слушай, давай-ка мы с тобой, наверное, может быть, с Пэм нужно поговорить? Тебе что-то нужно, командир? Дела торговые. Командир, танцу есть работенка. Мой старый, неважно, мой друг должен был вернуться в топ-100 неделю назад. Я получил от него сообщение, где он говорит, что застрял на подъезде к городу. Точных координат я не знаю, но он должен быть недалеко. Если прикинуть радиус действия радио, мне кажется, что ты его нашел. Берешься? Лучшая мотивация, хорошая плата за работу. Не беспокойся, у него найдется, чем заплатить тебе. Вот координаты области, где он был в последний раз. Удачи. Ага. То есть мы какое-то задание получили. Так у нас уже есть одно активное задание. Как нам могут сдать с тобой два задания? Никак. Ну что, вылазку делать опять, что ли? Как вас прокачивать? Скажи-ка мне на милость. Я почему-то думал, что это там же, где и наем. А наем у нас идет в баре. Может быть, нажимать... Вот оно, ёпрасоте. Так, где мой химик? Улучшаем. Только одно улучшение могу сделать, да, и все. Это окно тактики персонажа. В нем можно настроить, как он поведет себя при включении автобоя. Здесь вы можете увидеть лист нот. Каждая нода содержит действие, которое совершит персонаж. Он проходит по ним в порядке возрастания от одного до последней. Порядок можно изменить с помощью стрелок. Здесь нужно увидеть скилл, привязанный к ноде. Чтобы его изменить, просто тапни по нему. Здесь можно увидеть условия применения. У разных скиллов разные возможные условия. Это условие смотрит на количество здоровья у целей. А у Е умение. Здесь указывается, по каким целям будет применяться умение. Ага. Так, а у нас... На экипировку нету ничего у тебя. Опыт все-таки нужен, ребята. Опыт нужно зарабатывать. А чтобы зарабатывать опыт, нужно, естественно, делать вылазки. Ну что, отправляемся с тобой. У Катерины уже, ребята, здоровье 168. Тут 175. Стоп. А зачем? Зачем мне два танка? Вот я возьму Франциско, подрывник. Хе-хе, подрывник, ребята. Так, и эти опять голодранцы появляются, да, здесь? Есть какой-нибудь доп. Задание? Мы же взяли с тобой дополнительный... Чё я так приблизилась к камере-то? Эй! Зачем так камеру приблизили мне, блин? Ну вы молодцы! Ладно, давай, в любом случае здесь надо посмотреть, как еще и подрывник себя ведет. Ну что, Мэтью, ты на автобое, ты тоже на автобое. А Катеринкой буду управлять уже... А, нет, подожди. Катеринкой буду управлять я. Травим. Хочу глянуть. Как ты тут? Подрывник, давай. Ёк-макарёк, ребята. Он еще и поджигает противников, прикинь. Это имба. Минус. А сколько наносит? Огонь. 19 хп, да? Минус идет сразу же. Опыта немножко получаем, но все равно, ребят, приятно. Так, дай-ка я карту приближу. Так, ну что, вроде бы... Ага, отлично, все, работает у нас отдаление приближения. Давай-ка я вот здесь вот навещу голодранцев. Мне нравится наш гранатометчик. Довольно крутой чувак. Есть смысл его, наверное, прокачать, да, друзья? Блин, они его хотят уничтожить. На. Но никого не поджег. А я еще травану. Хе-хе-хе. Грунт, ты запарил уже. Чепушил ты несчастный. На.
промах. Гранатометчик знает свое дело, да? Никаких промахов. Ух ты, пустая порода, ребят, какая-то у нас выпала. Блин, это мощно, ребята. Но здесь и награда мощнее будет. Может, попробуем все-таки? Попробуем навалять им. Была, как говорится, не была. Тю-тю-тю-тю-тю. Как всегда, ребят. Все в своем репертуаре. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, зря я вот это вот сделал все. Да хоть бы поджег хоть кого-нибудь-то, блин. Дурацкая была идея, мне кажется, да? Траванул все-таки, молодец, красавчик химик. Ты серьезно? Ну какого лешего-то, блин? Ё-моё. Ой, друзья мои, да, мы тут, конечно, обосрались по полной, блин, программе. Ну ладно, этот минус. Так, остается их тут двое. Захиливаемся. Слушай, а вдруг мы выиграем здесь? Мало, конечно, шансов. Хотя, все отлично, ребят. Должны пройти. Но, правда, нам надо будет залечиться сходить. Этому крышка в любом случае. Все. 28 опыта. Не, нафиг, надо сматываться отсюда. Это смерти подобно дальше тут путешествовать по этой пустоши. Тем более в два лица, ты сам понимаешь. Давай, выходи уже. Конечно. Еще спрашиваю, хочешь выйти в топ-100? Нет, я так просто встал на парковку полюбоваться на вами. Госпиталь. Вылечились, молодцы, красавчики. Так, сколько мы с тобой заработали опыта? Нам хватит для того, чтобы хотя бы прокачать моего, вот, например, химика? Не-а, чуть-чуть не хватает буквально. Да хорош ты, я знаю, что показывает. Что он мне все время и улучшить не получается. Так, рабочий, вы там добываете мне хоть что-нибудь? Производство металлолома, 14 минут осталось. И будет все отлично. Цикл производства. А что если я нажму ускорить? Посмотреть рекламу, чтобы ускорить производство на 20% в течение 3 часов, конечно. Ну и как? Ускорилось производство? 26 минут, тут 10 минут осталось. То есть можно еще ускорить или нет? Ага, нельзя, ребят. Так, ну тем не менее у нас 1215 металлолома. По 15 идет за каждый там 6 или 10 секунд. Так, а нам не хватает одного, да? Там сколько? 20 опыта для того, чтобы прокачать нам нашу девчулю. Поэтому давай-ка найдем кого-нибудь здесь поблизости. Вот. Зафигачим его. Что такое? Зафигачим его и прокачаем. Естественно, травим. Конечно, хочется выполнить задание, ребята. Но ты сам видел, что против тех мародеров нам, ну, просто не выжить. Мой основной состав там не мог вырубить. А уж эти новички-новобранцы тем более, ребят, не смогут. Но ничего, все впереди, будем прокачивать, будем. Я, видишь, просто не знал, что когда мы отправлялись с тобой на задание, я думал, что мы берем это задание. А оказалось все наоборот, что мы отправили наших бойцов, основных причем, на задание. Ой, что делаю? Поздняк уже метаться. Погнали. Да ё-моё. Вот это самая пакость, по-моему. Самая пакость вот на данный момент. Я не спорю, ребят, дальше будут враги только хуже и хлеще. Но это засранка счета, ребят. Так, этот труп, не жилец. Так, хиляемся, отлично, ребята. Все у них хорошо получается. Слушай, а как он хорошо сейчас Мэтью бомбанул-то, а?
под 70 там. Красавчики. Опа. Баночки, плотная кожа. Плотная кожа, а не плотная, кто там может подумать. Так, вот здесь, кстати, два мародера у нас окружили. Возможно, вам покажется, ребята, немножко скучно, но на самом деле это гринд. Это приходится, ребята, делать. Это неотъемлемая часть процесса, понимаешь? Вот именно получать опыт и все вот это остальное. Это не моя прихоть. Естественно, я тебе еще раз говорю, мы бы получили намного больше наград и всяких штук, если бы мы выполняли задание. Но задание у нас, блин, встретить этого чертового священника Неона. Там есть, конечно, еще там детей каких-то найти. Без, блин, координат, без имени, без звания. Где их искать, я тоже не знаю, ребят. Ну а пока мы с тобой вот тут собираем все, и очень даже хорошо. Опа, ребята, я что-то увидел, там видел, ну, вот оно, значит, сейчас мы туда и отправимся с тобой. Скорее всего, там дети. Если доживем, конечно, блин, до того момента, блин. Ну что ж ты не поджег-то никого, парень. Травим. Так, это труп. И этот тоже труп. Сейчас он сгорит. До него даже ход не дойдет. Как он сгорит. На. Ну ты понял, да, что я заметил? Видишь? Нам сказали, дети в пещере там ковырялись где-то. Но это не похоже на какие-то... Блин. Ну и вот, ну вот как вот тут, ну, друзья, ну вот как, блин. Ну если я сейчас сюда щеманусь, меня разберут, ведь так? Ведь я больше уверен, что разберут, блин. Причем двойная атака. С этими надо сразиться, а потом еще и с этими надо. Блин, пипец, я поехал в город. Я их нашел на радостях, а сделать ничего не могу, потому что мой отряд щеглы голимые. И, кстати, я зря отменил добычу горючего, потому что горючее мы с тобой все время тратим по 150, да, за каждую вылазку. А у меня осталось всего лишь 77, как ты видишь. Что тут у нас новинка? Дела торговые. Пэм получил сигнал от старого друга, который... А, вот, наверное, который застрял там на пути. 1000 опыта. Ну, конечно, вот, вот тут можно было бы разгуляться, ребят. Ну, 1000 опыта. Так, еще дадите мне какое-нибудь задание. Пэм, есть еще какое-нибудь задание там? Поиск потерявшихся детей. Текущие миссии. А, вот еще у нас поиск лошади, блин. Гуманитарная помощь. Поиск лошади вообще скоро, ребят, закончится. Так я и не сделаю его, да, получается. Так, идем в бар. На миссии, на миссии. Так, Рикардо, Катерина, что у тебя тут? Можно? Нужно, да, даже? 171 ХП. Модуль бы какой-нибудь. Вот если бы модуль был бы. Мастерская, может что-нибудь? Вообще ничего, ребят. Оу, погоди-ка, ничего. Броня, броня, ребята, у нас может сделаться. Так, погоди секунду, а оружие? Блин, дрявый ствол нужен. Во. А кому это? Мод. Так, подожди, зачем мне создав... А, я же все разобрал в тот раз. Так, закрываем. И мод этот устанавливать. Использовать. И качество, например. А, нужна мастерская 8 уровня, если ты хочешь необычный. А так только тебе обычный светит. Ну что, создаем, ребята. Так, сила 6. О, огневая мощь 48. Вот. Улучшить ори. Да. Ёлки-палки. Новые рецепты. Набор авантюриста и лазерный прицел. 3600 нужно металлолома. Так, теперь мне интересно знать следующее. Кому мы можем с тобой поставить этот модуль? Давай смотреть. Катерина, ты можешь? Нет. А кто? Добавить ноду. Нафиг мне добавлять ноду-то эту?
И мужик, иди отсюда, ты уже достал тут своими этими. Сбиваешь меня только с толку. Рикардо, ты... Кому я, блин... Вот скажи мне на милость, кому я прокачал тогда вот это вот? Может, ты можешь? Точно, ребята. Он как раз и может. Взрыв труба, надо было догадаться сразу, что это именно для него. Сила 22, ловкость 2, так, скорость 29. Улучшим тебя, браток. 248 энергии, хпшки. Так. Ну что? Пойдем, может, попробуем спасти его, я не знаю, ребят. 248, он фаворит у нас стал. Прикинь, всего один уровень мы ему прокачали, и он уже стал у нас... Чего? Переподключиться? А что случилось-то? Что там такое случилось у нас? Ну что, где они? Вот здесь, да? Поехали туда потихоньку. Вдруг получится все-таки их заколбасить. Урезался в этих... А чё? Блин, горючку не взял. Ёпрсатка, ребята. С горючкой беда же, ё-моё. Возвращаться придется. Или за рекламу опять эвакуируется. Если сможем, конечно, вообще эвакуируется. Блин, вот этот вот химик слабенький у нас. Очень слабенький химик. Но зато он шпарит теперь. Ух, погоди-ка. Стоп. У меня еще к тому же не тот этот взят. У меня не тот подрывник взят. У того подрывника 243 здоровья, а у этого всего 90. Это что за обман такой, а? Я не понял. 248. Вот он мне нужен-то. А какой же у меня тогда взят? Подожди, он и есть же. Подожди, где мой отряд? 248, все нормально. Че тебе не нравится, Рэй? Ты че, совсем что ли дурачка гоняешь? Так, аванпост. Опять что-то новенькое тут у нас. Что? Что тут новенькое? Поиски лошади. Сбросилось, видимо, да, задание? Поиск потерявшихся детей. Так, мне нужно, знаешь, что сделать? Браки рабочих и вот здесь где-то отменить. Друзья мои, и надо горючее обязательно. Иначе мы останемся без горючки, а без горючки мы с тобой не сможем вообще путешествовать по этой пустоши. Расширить браки получится? Фиг там, не получится. Как ты видишь, у нас всего лишь 33 горючки. Это... Куда я смогу выкатиться? Да никуда, ребят. Просто никуда. Дела торговые. А тут без времени. Выезжать... Ну, есть ли смысл вообще трогаться отсюда с таким горючим количеством? 40 всего лишь, со 150 нету, ребят. Значит так, давайте я предлагаю, что вот сегодня на этом закончим. Потихоньку-потихоньку будем разбираться, ребята, все, как все это делается. И да, я не спорю, сегодня серия такая непродуктивная. Может быть, даже ее и не стоит выкладывать, но... Все-таки, посмотрите на мои мучения, ё-моё. Где я обделался, посмотрите на мои ошибки, чтобы вы таких больше тоже сами не допускали. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.